Всем привет! Вот такой ранг у нас вышел. Дуэль близка. Что можно теперь сделать, вот используя вот эту модель, жетон? Давайте расскажу, как будем его делать, покажу. Может, кому-то пригодится. Открываем цилиндр и заходим в инициализер. Уменьшаем, делаем отверстие в нем, ну где-то вот такой ширины. И теперь чуть-чуть сделаем вот так вот, сплюснем его. Вот заготовка уже под жетон у нас есть. Дальше что делаем? Заходим, делаем Make Polymesh вверху здесь. И теперь самое интересное. Делаем DynaMesh. Вот такая сетка у нас получилась. И теперь заходим в SubTool и Append нажмем. Откроем вот эту сферу. Для чего она нам будет нужна? Сейчас увидите, прикольная штука. В прошлых видео я уже за это показывал. Жмем Move. И вот так вот ее выводим. Теперь с помощью мов давайте ее так вот сплюснем. И зайдем в геометрии, откроем size и сайзом чуть прибавим. Вот что-то такое у нас получилось. Теперь с помощью мов давайте вот так вот приблизим. И немного ротации вот это дело все вот так вот поправим. Можно чуть-чуть еще с помощью мов увести ее. Вот так вот. Отключаем вот эти вот мов, на драйв нажимаем. Открываем SubTool и переключаемся вот на этот SubTool. И теперь зайдем и откроем, так, где она у нас, тут вот, Matchmaker, кисть. Прибавим Drop Size и вот так вот проведем. Вот уже изгиб у нас какой получился. Вроде прикольно. Сейчас посмотрим, отключим сферу. Чуть-чуть еще сплюснем. Выровняем. И теперь можно чуток ее обрезать. Вот так вот. На заднюю часть не смотрите. Она нам не понадобится, закроется. Если вы уже, конечно, делаете полностью копию, то вот это вот вам потом нужно будет убирать и делать тут под замок или еще под что-нибудь. Так, теперь делаем size. И давайте попробуем где-то что-то преобразить эту модель. Так. Так, в принципе, модель пойдет. Теперь давайте сделаем Make Polymesh. Вот она у нас здесь уже оказалась. И теперь давайте над звездой поработаем. Откроем цилиндр. Опять же повторим. Будем работать через инициализер. Плюснем ее вот так вот где-то. Сделаем 10 дивайдов. И в принципе заготовка у нас готова. Так, вот эти дивайды можно убрать тоже совсем. Поставим, стоит она у нас по оси Y.
запомните, чтобы потом, когда будем работать, вы уже не путались. И теперь делаем Make Poly Mesh. Так, теперь ставим кисть Move. Заходим в Transform. Жмем активируем симметрию, жмем радиалы, радиалов ставим 5 и жмем по оси Y. Вот так все у нас получается. И вот так вот ее уводим. Вот такая звезда у нас получилась. Теперь сделаем опять ей Dynamesh. Так. И повторим, наверное, изгиб звезды. Жмем Append, открываем вот этот диск наш, уже готовый. И повторим то, что делали с плоской вот этой моделью. Откроем MatchMaker, отключим симметрию и вот так вот ее проведем. Вот изгиб, вы видите, что у звезды нормальный получился. Теперь на вот это место давайте установим нашу предыдущую заготовку. Так, когда у нас заготовки все здесь, будем давайте теперь все это дело корректировать. Можно прибавить или уменьшить звезду. Звезду мы будем уменьшать в геометрии с помощью сайза. Вот так. Все это выравниваем. И теперь ротации чуть-чуть поработаем. Вот так подкорректируем. И с помощью MOV вот так вот установим. Поработаем немножко Scale. Включим и опять же MOV все дело это подкорректируем. Вот такая заготовка у нас вышла. Теперь с чем мы будем работать? Будем работать теперь с картинками, как они у нас лягут, вот чтобы буквы здесь были. Скачал я одну, более-менее понравилась. Давайте посмотрим, как она будет работать. Включим ее. И вот так вот уменьшим. Установим на модель, посмотрим, что у нас включено. Сейчас у нас на звезде стоит. Переключаемся вот на эту вот первую круглую заготовку, уменьшаем интенсивность картинки, смотрим, как она у нас ложится на нашу модель, подгоняем ее и прибавляем интенсивности, жмем английскую Z, отключаем круг регулировки. И теперь давайте поработаем стандартной кистью. Это уже по прошлому видео. Вы знаете, как раскрашивать. Вот так вот мы все это дело теперь раскрасим. Поменяем цветовую сферу на белую. Так, теперь все это дело, наверное, мы уберем. И давайте прибавим на дивайдов, чтобы четче все было. тысяч полигонов пойдет. Возвращаем картинку назад. И вот так вот теперь это дело по новой раскрашиваем. Картинку я переделывал в PSD формат в фотошопе. Так что если кто-то будет делать, делайте, там перерабатывайте ее, она тогда лучше работает.
Так, теперь самое интересное, заходим в маскинг, находим Mask B Color и жмем Mask B Intensive. Теперь заходим в Subtool и отключаем вот эту кисточку. Вот что у нас получилось. Теперь заходим в деформацию, находим Size, жмем, оставляем Y. И вот так вот можно делать. Прибавляя, уменьшая. Вот можно делать глубокие буквы с орнаментом. И можно вот именно выпуклые. Вот, теперь снимаем маску, Ctrl и левая кнопка мыши. И вот у нас что получилось. Вот такой вот медальон. Так, теперь давайте со звездой немножко заморочимся. Переключимся на звезду. Вернем картинку. Shift Z. И Z нажмем. Уменьшим опять интенсивность. Так, что у нас тут с звездой? Видите, что звезду надо немножко еще подкорректировать. Как мы это будем делать? А повторим Smooth и включим радиалы. Вот так вот это будет выглядеть. И теперь подгоним нашу картинку и прибавим интенсивности. Опять Z и повторяем, отключив симметрию, переключившись опять на стандартную кисть, опять раскрашиваем ее, только через звезду. Смотрим, как все вышло. И повторим, наверное, с деформацией опять поработаем. Сначала опять маску. Маскинг, маски B интенсив. Теперь жмем деформацию. Так, пардон. Жмем Subtool и отключаем кисть. Заходим в деформацию. И опять сайзом по Y. Опять вглубь уведем, наверное. Или, не, лучше сделаем выпуклую, наверное. Так, снимаем маску. Вот что у нас получилось. Вот такая звезда шерифа. Так, теперь давайте объединим все эти Subtool'ы с помощью Merge, Merge Down, жмем ОК. Вот такой у нас стал теперь ранга уже с жетоном. Как он выглядит. Можно еще тут преобразить его, конечно. Поработать. Теперь добавим ему пистолеты, изменим позу, и когда он стрелялся, он был в плаще, накинем ему эту накидку или как там плащ, и в принципе можно уже состыковывать две вот эти модели, змея и ранго будет. Смотрите, как это будет происходить, буду выкладывать видео. Ставьте лайки, дизлайки, чтобы было понятно, стоит дальше снимать вот это вот, эти видео, или переключиться уже, может, на то, что вам интереснее будет. Все, всем пока, до свидания.